Уходящий 2020 год заставил по-новому взглянуть на некоторые, казалось бы, привычные вещи. Просмотр любимых фильмов, поход в магазин или посещение врача. Эти, а также многие другие повседневные дела и заботы постепенно видоизменились, приобретя онлайн-формат. Сегодня комфортно и быстро решать большинство вопросов жителям Тверской области помогают компании экосистемы Сбера. О некоторых из них в нашем сюжете. Мама двоих детей, тверичанка Анастасия Долганова, в период пандемии из дома лишний раз старается не выходить. Обстановка неспокойная, признается девушка. Опасаешься как за свое здоровье, так и за здоровье малышей. Решать повседневные вопросы Анастасии помогают продукты экосистемы Сбера. Например, Сбермаркет. С его помощью девушка заказывает товары первой необходимости для всей семьи. Заказываем как для себя, так же и для бабушек, родителей. Продукты привозят хорошего качества. Все со сроком годности хорошим. Очень удобно, быстро, в течение часа продукты уже около двери находятся. Сервис Сбермаркет работает в Твери с 19 февраля. Он осуществляет доставку домой продуктов и товаров первой необходимости из магазинов «Метро», «Лента» и «Ашан». В Сбермаркете действует бесконтактная доставка. Курьеры доставляют заказы до дверей и не пересекаются с клиентами. А оплата происходит картой онлайн или в приложении. Как если бы человек сам пошел в магазин и оплатил покупку на кассе. Лучше заказывать, конечно, побольше продуктов. Еще один продукт экосистемы Сбера, который также предусматривает онлайн-формат получения услуг, но связан с темой здоровья, актуальной в условиях распространения коронавирусной инфекции – Сберздоровье. Жительница Твери Екатерина Текунова на связи со своими дежурными терапевтом и педиатром практически каждый день. Общается в чате, созванивается, получает все необходимые консультации в режиме видеозвонков. Вплоть до вот покраснения у ребенка, если это видеочат, не подскажете, что это. Стоит паниковать, не стоит паниковать. Так как сейчас в больнице попасть очень проблематично, очереди, ну, все кашляют, боимся заболеть. А тут вот показали, сказали, вы знаете, не волнуйтесь, это пройдет через буквально 2-3 часа. Кроме того, через Сберздоровье врач может дистанционно оценить результаты анализов, рассмотреть снимки, рекомендовать нерецептурные препараты, скорректировать лечение. Как отмечают в Сбере, компания постоянно развивает онлайн-сервисы там, где возникают новые потребности в жизни людей. На сегодняшний день, благодаря продуктам экосистемы Сбера, многие услуги стали проще, доступнее и удобнее для наших клиентов. С помощью продуктов экосистемы Сбера вы можете заказать, например, не только продукты на дом, но и лекарства. Да, у нас есть сервис Сбераптека, очень удобный, простой и быстрый в использовании. На сегодняшний день онлайн-сервисы пользуются также все большей популярностью у жителей старшего возраста, и в этом им помогают наши консультанты. Разумеется, в онлайн-формате предоставляются и финансовые услуги. Например, оплатить коммунальные платежи можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или через личный кабинет на сайте. А единый вход во все сервисы через Сбер ID гарантирует надежность и защиту ваших персональных данных.